Здравствуйте. Здравствуйте. Как звать вас, добрый человек? Владимир. Меня Саня звать. Я из Москвы, откуда будете? Я с Киева. Понял. Получается, столичные мы с вами мужики, столичные. Тип того. Да. О чем тут общаетесь, Владимир? А как повезет. Ну и как вам в основном? В основном тут ругаются у вас? Или в основном есть нормальные люди? Ну, я только включился с одним человеком, нормально поговорил, а другой что-то там буксовал, конечно. Ну, понял, понял. Бывает такое. Как у вас сейчас там? Более-менее спокойно? И, да, спокойно. Что обсудим? Да что хотите мне. Я не частый гость, тем не завожу, я не блогер. Я в первую очередь музыкант. Тут я играю иногда какую-то музыку, которую мне проще сыграть. Да что давайте сыграть классика и не. Ну, классику я в меньшей степени играю. Хотя, может, что-то, наверное, тоже могу сыграть. Вы классику любите? Да, не, я так. Я чтоб по радио играть, то есть. Ну, есть у вас любимая какая-то песня? Да бог их знает, их сейчас этих песен. То по молодости, когда больше времени было, чем-то там слушал какую-то музыку больше, какую-то выбирал, что чаще слушать, а сейчас играет, да играет. Ну, понял. Может, я смогу какую-то там, если у вас есть любимая песня, может, чем-нибудь не получится сыграть. Ну, если хотите, могу не играть, это опционально. Да, я не знаю. Сыграйте на свое усмотрение. На свое усмотрение. Ну, давайте, не знаю. Что-то знакомое. Сейчас вспомним. Ну это с классики что. Ну не совсем. Хотя, возможно, уже стало классикой. Ну эту мелодию в фильмах часто слышно. Что-то про осень, по-моему. У каждого из нас на свете есть места. А, точно, да. Куда далеко приходим мы на миг уединиться, где память, как строка почтового листа, нам сердце исцелит, когда оно томится. Чистые пруды, застенчивые. Да, супер песня, да, вспомнил. Тальков, если я не Да, и Тальков. Просто когда мы с вами начали общение, вы были такой все серьезные. Все-таки музыка — великая сила. Она делает людей добрее. Согласен, да. Согласен. Ну что, что дальше вам? Сыграть что-нибудь еще? Не отвлекай, может, вы заняты, не знаю. Да, ну, если бы я был занят, то я бы сейчас рулетку не вышел. Ну, тоже логично, тоже логично. Вот. Что там, правда, ругаются у меня тут сзаду машины, что-то эти бухари что-то не поделили, орут, стоят. Какие мерзавцы. Да, да. Вот. Просто так или иначе, все мы из Советского Союза. Хотя вы, видимо, постарше меня. Какого года рождения? Я 81-го. А, я 84-го. Ну, приблизительно ровесники, да, немножко постарше. Ну, да. Вот, поэтому есть какие-то песни нашего детства есть. А, ну-ка. Вот. Какие еще песни детства мы помним? А...
А это знаете? Что, вы не смотрели в детстве мультик «Король Лев»? Какой? «Король Лев», «Лайон Кинг», там Элтон Джон пел. Ну как, это уже не совсем детство было уже. Ну как? Когда ну, нам ну, показывали да. эти мультики Диснея, то я уже, ну, подростком был. Ну да, ну да, ну да, ну да. Вот. Что вам еще сыграть такого? Доброго. Да я не знаю. Доброго. Что хотите. Снова осень закружил карусель мелодий. Розенбаум, это я знал. Похочет ветерок на горке. Не помню текст. Прокачусь и сыграю. Если я еще на что-то годен. И не помню. И не помню. Дальше я слова. Я помню, давно учили меня отец мой и мать. Лечить так лечить, любить так любить, гулять так гулять, стрелять так стрелять. Но утки уже летят высоко, не так так летать. Я им помашу. Это, несмотря что вот, ну, даже через чат-рулетку оно качество не очень передается, но вы очень хорошо поете. Вам бы, может бы, на сцену куда-то. Думаете, стоит? Да, думаю, стопудово. Есть люди, которые говорят, что, ну, вот я просто профессиональный пианист, ну, вокалист, я так поскольку. Все мне говорят, Саня, не пой. Вот играешь ты хорошо, а петь тебе не стоит. Вот вы с ними не согласны? Не, мне нравится, ну, хорошо поете. Вот. Вот и... Будет мне теперь сейчас ведь скажу, что в Киеве считают, что петь мне стоит. Пора на сцену. Пробуйте, а что? Я вам скажу, что у многих таких даже знаменитых звезд голос особого нет. Их там уже подстраивают компьютером. Это вы про кого говорите? Ну, например. Может, фейки, может, нет. Вот приходилось слышать Витаса, там, как он на самом деле поет и как оно... на сцене. Слушайте, ну, тут нужно же понимать, просто когда человек изначально поет под фонограмму, он понимает, что под фонограмму, и ему, у него задача не попасть в ноту, а чтобы это было выглядело органично, поэтому там может быть все что угодно. А если человек понимает, что живьем поет и так далее, он и старается петь в первую очередь, чтобы это хорошо попасть. Поэтому если он изначально вот, пел под фонограмму, это обычно там, какие-то песни, годы или что-нибудь в таком духе. Вот. И изначально зная, что ему не надо стараться, и тут немножко другие задачи, то такое может быть. Это так со всеми. Вот, вот и... потом есть это наша певица Могилевская Наталья. Вот мне в жизни приходилось с ней так общаться. Но я не поверю, что она поет таким голосом. Слушайте, у нее такой голос прокуренный, грубый, капец. Никогда не слышал. Ну, я про нее слышал, но ее никогда не слышу, даже не представляю. Вот. Ну, она там в середине 90-х, начало 2000-х была популярная, а потом так притухла. Она была популярна именно на Украине, да? Не, ну что, в России, я знаю, тоже ее слушали. В России, да, не просто, я вот в России, например, ну, никогда ее ну, не слышал. То есть именно слуху, а вот что где, как? Не, ну, песни ее часто крутили по приемникам так. Ну, я же говорю, это... Конец 90-х, начало 2000-х у нее популярность была. Ну, как-то такой резкий взлет был, а потом бах и заглохло. Ну, вот. Но мне в жизни вот приходилось с ней так общаться, то у нее голос такой, ну, знаете, такая, знаете... Сиплый, как у меня, да? Бобырло, да. И то, что она вот поет тем голосом, я не поверю. Бывает такое. Чудеса техники, видите, что могут делать? Ну, да. Что такие дела. Что мы еще, какую песню исполним с вами? Вы сами-то не поете? Да, куда, у меня голоса нет петь.
Я когда застолье где-то компания, я могу, конечно, затянуть, но я знаю, что я пою ужасно. Даже где-то там, когда на видео приходилось себя видеть, там. Ночь по улицам прошла. Звездный поступил царица. Вот я так играю. Лэпс, лэпс. Да. Звук и чисел простота у небесного моста раскидала перья птиц. Не забудутся никем празднику. Обиды глаз. Забери меня в свой плен, эту линию колен, целовать в последний раз. Только рюмка водки на столе, ветер плачет за окном. Мне все-таки кажется, что вам бы стоило себя где-то попробовать. Ну ладно, если Григорий Викторович увижу, скажу: Григорий Викторович, есть люди, которые говорят, было бы неплохо вам, собственно, и подвинуться. Уступить дорогу молодым талантам, то есть мне правильно? Ну да. Сколько можно, сколько уже можно? Ну да, пора на пенсию. Не, слушайте, я боюсь, благодарный зритель Григорий Викторович на пенсию никуда не отпустит. Ну, да. У него публика широкая. Да, мягко говоря. Ну, вот. А у меня товарищ был армейский, он это... У него любимая песня была «Натали» Лэпс. Он ее на гитаре вообще, короче. Только гитара в руках, и он эту «Натали» очень хорошо пел. Тоже. Блин, а как там текст? «Натали, удали мои печали, Натали, Натали. Я прошел пустыни грусти, пол земли, Натали. Я вернулся, чтоб сказать тебе прости, Натали». Блин, рисковато. «От судьбы, от тебя мне не уйти». Да, высоко, надо пониже. Ну да, чуть-чуть высоковато. Он просто... Не, если бы я не слышал его раньше, то, может бы, ну, гораздо круче бы считалось. Как бы, ну, у каждого свой голос и подстроиться под точную копию. Как бы, это, а так. Зачем подстраиваться? Все равно, как Гриша, никто из нас не будет. Как спеть как Лепс, может только Лепс. Поэтому лучше быть... У него голос специфический, конечно, такой, чуть, ну, свой такой. У Гриши? Ну да. Григорий Викторович? Ну да, он заслужил, заработал. Ох, да. Он много над ним, я боюсь, работал, Григорий Викторович. Вот. Ну, у него, он сам, по-моему, даже в интервью говорит, что у него была яркая молодость. Он же сочинский. Я думаю, что это повлияло на его связки. Они, видимо, у него немножко обожжены. Как мне представляется, может, я путаю. Вот от этого такая хрипотца. От этого такая хрипотца. Ну, вот так вот. Вот. Это да. Ладненько. Пойду дальше. Все, всего вам доброго. Спасибо большое. Да. Киеву большой привет. Спасибо, Москву тоже привет. До свидания. Вот, друзья, доброе слово, оно и кошке приятно. Вот. Обратили внимание, как вначале мужчина был так немножко, ну, щека вот так туда-сюда, Москва, Киев. А потом заулыбались, практически стали лучшими друзьями. Музыка — это великая, великая сила. Лайки, комментарии, подписки, друзья.
В общем, что я вам говорю, вы все знаете.